Можно чуть попозже? Я читаю. Ладно. Короче, всем привет. Это fiera.ru с выставки IFA 2013 со стенда компании Sony. И у меня в руках новая электронная книжка Sony PRS-103. Этой книжке, наверное, будут не очень довольны продавцы Евросети, потому что им не удастся впарить чехольчик вместе с ней. Книжка поставляется с чехлом сразу. Причем не с совсем обычным чехлом, а с вот таким вот чехлом с подсветкой, чтобы можно было нормально читать под одеялом. В остальном это довольно обычная книжка, электронная книжка Sony с тачскрином, с дисплеем с тачскрином. Кстати, мне очень нравится, что кроме тачскрина есть еще и обычные кнопки для тех, кто не очень любит тыкать пальцем в экран. Диагональ составляет 6 дюймов, есть поддержка microSD, а также есть Wi-Fi, чтобы можно было лазить по интернетику, в том числе и под одеялом. Книжка бывает не только в таком виде, не только с подсветкой, которая работает, судя по всему, лишь 4 часа. Мне кажется, довольно мало. Бывает еще и вот в таком вот виде, то есть без подсветки, если вдруг вы под одеялом не читаете. Но зато обложка поставляется сразу. Она есть вот в таких вот цветовых решениях. Есть белая, есть черная. Ну и с подсветкой тоже есть белая, черная и самые разные. Где-то появится через месяц-два. Пока непонятно, сколько будет стоить, но вообще такая очень красивая штука. Мне нравится. С вами была fiera.ru со стенда компании Sony.